Перед самим монтажом второго воздушного фильтра я вам рекомендую вот эту вот трубку поменять на вот такую вот гофрированную трубку, но с одним условием. Сейчас я вам дам ее размер. Ее размер 21-22 миллиметра. Вот, посмотрите. А это остатки старого шланга. Вот, как видите, он весь трещит. Вот он сломался. Он весь рассохся. Пластик стал ломкий. Вот, видите, раз и сломался. Но с одним условием, как я сказал, необходимо использовать вот такой вот силиконовый герметик, желательно в цвет пластика, и обязательно обмотать тряпичной изолентой, чтобы придать жесткость пластику. Получится вот такой вот гофрированный шланг. Дальше, когда будете проводить работы по монтажу, рекомендую вам обратить вот на этот маленький шланг. Вот он. Вот видите, как правило, он трескается. Его необходимо заменить на вот такой вот шланг. Его размер 6 миллиметров. Этот шланг идет вот в этой гофротрубе и идет вот сюда вот на вакуумник. Для того, чтобы отсоединить шланг подачи воздуха от вторичного насоса, необходимо сначала отсоединить вот это вот крепление. Нажимаете на него вот здесь вот и высовываете. Вот он высунулся. Вот он шланг. И вот здесь вот нажимаете на эти крепления и высовываете. Вот он высунулся. Вот пример вам новой трубки. И вот она идет здесь. Правильная установка всех шлангов вместе с клапаном вентиляции картерных газов. Вот, посмотрите, как правильно делать. Если для вас это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!